以帮助一个可怜的人吗？Мне это не нравится. Лучше быть натеку. Access granted.
Access granted. Что это было? Уходи, Нира! Научись стрелять! Поздно убегать! Вот так! Научись стрелять! Я тебе...
Access granted.
получила разрешение на акцию протеста, но полиция решила преждевременно ее прекратить и перекрыла Бродвейский туннель. Не исключено, что полицейские опасались возможных последствий после разрешения ситуации с заложниками в Шариф Индастрис. И тем не менее... Эта организация получила разрешение на акцию протеста, но полиция решила преждевременно... Прикройте меня! Элиза Касан. Новости ПИК. И мы снова возвращаемся в Детройт, где сегодня несколько человек было арестовано после очередного антиимплантного...
Дальше не ходи, чужестранец. Вы меня разочаровали, Дженсен. Мне казалось, мы с вами друзья. А тут мой хакер пропадает. Половина моих людей погибает. И у вас не хватает вежливости хотя бы постучаться. Ребята из Bell Tower тебя ищут. Есть хоть одна причина, по которой я не могу тебя сдать? Да, Василий Шевченко. Первый раз слышу. У вас его рука. GPL-устройство в ней привело меня прямо к вам. Проклятые технологии. Один вред от них. Wrong woman, don't do that here. К сожалению, надо сказать, что бывший ее владелец не жаловался. Bell Tower предоставил нам его труп несколько недель назад. Bell Tower? Не Тайюн? Вовсе не Тайюн похищает людей с моих улиц, а потом задабривает меня отборными имплантами, чтобы я закрывал на это глаза. С Шевченко было еще 4 человека. У меня их имплантов нет. Может быть, они еще живы. И может быть, я помогу вам их найти. Продолжайте. Я отлично знаю, где Bell Tower держит похищенных людей. Проблема в том, что эти гады схватили моего сына. Его пристрелят, если я перейду черту. Понимаете, к чему я? Где его держат? Об этом вам расскажет один из моих сборщиков. Встретитесь с ними в канализации возле Элис Гарден. Когда освободите моего сына, продолжим наш разговор. Жду не дождусь.
Ты из Ребятонга? Нет. Я просто тусуюсь в канализации, потому что здесь пахнет вкуснее, чем у меня на кухне. Еще дурацкие вопросы есть? Подожди. Но если появится, обязательно задам. Где паренек? Мы считали, что его держат в комплексе Bell Tower в верхнем городе. Но, как оказалось, проныры задергались. Они испугались Тонга и перевели его сына в более безопасное место. Разве есть место безопаснее штаб-квартиры Bell Tower? Скоро узнаешь, Мейка-Жень. Его держат неподалеку отсюда, в подвале старой макаронной фабрики. И освободить его будет непросто, потому что за ним смотрят люди посерьезнее охранников из Bell Tower. Это воины, специально обученные, с лучшими имплантами. У меня такое чувство, что мы с ними встречались. Если это так, у тебя есть запасной план? Ты есть запасной план, друг мой. Тонг тебе не сказал? Если Bell Tower выяснит, что в этом замешан кто-то еще, ситуация в Нижнем Хэнша сильно обострится. И Тонг согласен, что жизнь его сына зависит от способности какого-то одного человека? Не совсем. Когда найдешь сына Тонга, передай ему это. Он знает, что делать. Теперь иди, а не то опоздаешь еще. Access granted.
Я все слышу! Выходи! Блин, что это было?